А скворцы повздорли, ты смотри, какая битва их идет яростная. А? Я на прогулке в Виннице, from Ukraine. Ну и наблюдаю такую картину. Единоборство. Кто кого, ух ты. Ой-ой-ой-ой, что ж там они такого не поделили-то, а? Ой, как серьезно все. 28 апреля. Я в своем любимом ельнике тут, на зарядке. Так, все, сдался, да, ушел. Видно, из-за девушек. Скворцы, да, где он спрятался? Я на ровере. Вот сейчас мы его уже видим. Все, и победитель, вон там дальний от нас. Так, вот он чемпион. Схватка была жесткая. Зрителей много также тут. А голуби сбежались. Что же это происходит? Ну, скворушка получил слегонца, ну и полетел дальше. Вот такая бойцовская ситуация, да? Бой скворцов. Мы увидели. Шикарный воздух весенний. Температура супер, плюс 15 где-то так. Слегонца прохладно и накрапывал дождик. Ну что, чемпион? Так держать. Сражался серьезно. Подустали, видно, запахались. Да, дружище. Ну и попали в историю. Ваш бой запечатлила решка. Совсем спонтанно, случайно. Да. Попробуем подойти. Ага, не подпускает. Ровер на месте. Чудово и прекрасно, да. Ну хорошо, дорогие, будьте здоровы. Ну, давай поздравим тебя хоть, дружище. Даже лететь нет сил, нет, есть. Хорошо. Будьте здоровы и счастливы, Надежка с вами. Чао, бомбина, ес.